девушки, дамы, там нет ограничений возраста, в отличие от олимпийского турнира, где молодежные команды плюс три возрастных. Но если возрастные в команде Бразилии все-таки заслуженные ребята, Ренато Аугусто и Неймар. Начинает атаку сборной Германии. Серж Гнабри легко укротил этот мяч перед ним. Зека. Хороший пас. Отсюда можно даже и пробить. Вот так. Перекладина. И еще. Абсолютно потеряли игрока. Потеряли и закручивал сдох. Неймар. Бабах. Ой-ой-ой. Один. Так, первый опасный момент. И смотрите, чем заканчивается все. Потому что там серия рикошетов случилась. Оп. И второй Ален при подачах. Вот таких вот, как сейчас. Мяч прилетает. Второй мяч. Ой, забивать отсюда вполне возможно. Через себя не прыгнешь. Здесь в таке. Тут же за повтором прячется быстрый контрвыпад бразильцев. Нам нужно быстрее. Опа, опять перекладина. Но поэтому момент роскошный был. Свен Бендер пробил обрубку. Для Гнабри вот как раз сейчас такая ситуация могла быть, но по-другому играет рикошет в Эвертон. Ой-ой-ой. Ну, а сейчас немцы вроде переходят в активную часть своей атаки. И вот момент для гола. И вот он гол. Феликс. Ну а дальше красивая геометрическая комбинация. Посмотрите, как ходит мяч. Забегание. И дальше Майер один остается. Луан. Ренато Аугусто. Облако. Накрывающий гору Кракова. Долетел этот мяч. Красиво. Дальше побежали, побежали. Ну вот, это Ренато Аугусто. Ему тоже надоело смотреть. Удар. Хотя бы угловой. Дай судья. Ничего подобного. А вот там включается сейчас очень быстро Филипп Андерсон. Вот он, вот он, вот он. Теки хорошо видно, как он летел туда. Ну и еще один момент. Гроссмейстерский пас Неймара на Филиппа Андерсона. А тот уже начал ногу подбирать. Неймар. С этим сложнее. Удар. Как же здорово здесь он от Свена убежал. И дальше исполнял справа, роскошно закручивая мяч. Классно, классно. И еще через себя этот пас. Луан! Ну, со своего фланга в центр. А за ним немецкая очередь бежать. Петерсон. И диагональчик такой мягкую. Опа, опа. И... Абсолютно бразильская ситуация. Сказал, ребят, ну я всю жизнь работал для этого. Чего? Олимпийский турнир, да, дома. Когда команде тяжело, на Васкалона. Неймар быстрее направо, есть момент. Удар по воротам, рикошет, угловой. И опять...